Черговое ДТЗ с уделом пешехода отбылось у Гомеле. Напередодні, коли 6 годин ранницы, 62-годовый водитель Рено Сандера на улице Полесской здесь наезд на 75-годовую женщину. Яна пересекала проездную частку по нерегулированным переходе, позначенным дорожными знаками и разметкой. У вынику наезду пешеход отримала телесное пошкоджение и была доставлена в областную больницу, откуль после оказания медицинской допомоги отпущена до дому. Да и звертается до водителя с просьбой быть уважливыми при проезде пешеходных переходов, снижать скорость до минимума, особенно у темный час суток.